Доброе утро! Сегодня у нас суббота, 8 часов утра. На улице уже очень жарко, 25 градусов. Мы вышли погулять, пока жара совсем не накрыла город. Мы хотим пройти в сторону парка, леса, лесного массива. Пройдем между двумя машинами. Так, какой дорогой пойдем? Пошли вот здесь. Сейчас вот здесь между домами. И выйдем к лесному массиву. Вот сколько подъездов цветов. Люди сажают, ухаживают. Красиво. Все цветет. Даже розочки вон расцвели белые. Вон какой красивый подъезд. Вон уже впереди и лес. Мы туда идем. Вот мы заходим в лесной массив. Тихо. Слышишь, птицы поют. Прям шатер над головой. Я иду. Солнце улыбается. Вон какие чащобы. Точно джунгли. Очень-очень разрослись кустарники. Не встретим мы бешеных белок. Сейчас белки нападают на людей. Вон птиц много. Подскакивают и могут укусить. Требуют, чтобы их покормили. А чем их покормить? У нас надо было хоть семечек взять. У нас семечки-то есть дома. На речку, что ли, ты хочешь дойти? Далеко. Время много займет. Здесь опушка. Вон тут птицам насыпали эти хлебные крошки. Вот они тут все и кружат. Туда пойдем? Или сюда пойдем? Куда? Ну, пойдем туда. Налево пойдешь. Счастье найдешь. Кстати, я иду в сланцах. По лесу в сланцах. Но мы далеко-то не пойдем. Вадим тоже в сланцах шлепает. А здесь сосны. Ой, как хорошо. Тихо-тихо в лесу. Красота! Страшная сила. Кто шишки потерял? Вон сколько шишек здесь валяется. Пахнут смолой шишки. Сфотографируй. Белочка сидит, забралась от собак. Собак много. Голуби, сейчас они ее прогонят. Да? Угу. Точно, они вот тут и бегают. А там, по-моему, в кормушке и нет уже ничего. А там вот пластиковые бутылочки. А-а-а. Там она все пыталась сейчас выбрать. Но вроде голуби улетели. Угу. Она там что-то взяла. Ну, сейчас ничего, и много еды. Да, сейчас-то много. В эту кормушку каждый вечер мышка приходит. Да, вы видели? Да мы ее снимали, на видео могу показать. А-а-а. Тут же ей фотосессию все устраивали. Ой, смотрите, даже две белки. Да. Ну, может, у нас бельчонка. Две белки. Вон, поди. Наверное. Вон она, по дереву. Ой, они играют. Мы сейчас тихонечко постоим. Поближе подойду. Вон они играют, белочки. А тут дятел. Нет, поползень. По дереву стучит. И синички. Так белочка, по-моему, сидит в кормушке. Вон она. Ага, Вадим ест. Сколько здесь птиц и белок. Тихо, тихо. По дереву туда-сюда лазит. Сейчас я поближе подойду чуть-чуть. Ой, какая красивая.
красивая белочка. Нифига себе, скоро испугались, вот бегут люди. Отсюда покажу. В домике она сидит. Там чего-то положили ей. Ой, ты какая красивая белочка. Девочка-белочка. Кушает. Но к белкам опасно подходить. Ну вот, да чего же они милашки? Милашки. Сколько здесь птичек? А куда вторая-то делась? А, вон она. По этому дереву бегает. Сейчас они тощие какие-то, хотя еды много. А зимой у них шерстка пушистая. Я боюсь ближе-то подходить. Она что-то неадекватно на меня смотрит. Самвела укусила белка. Хотя недавно меня кот укусил. Я делала прививки от бешенства, но не хочу второго раза. Спортсмен бежит. Сейчас он их испугает, наверное. Нет, не испугал. Мимо пробежал мальчишка. А если я ближе подойду? Ты следи только, чтобы вторая на меня не напала. А то так какая-то неадекватная. Смотри-ка. Поползень. Кушает. Белка. Белка кушает. Белочка. Вон та. А, там тоже кормушка. Наверное, она туда забирается. Еще. Ух ты, тут целая свора белок. Туда этого их не было. Ну не буду я тебя трогать. Кушай, кушай. Вон вторая спускается. Маленькая. Ой, мама, я боюсь. Ой, их сколько? Их 3 штуки. Мамочки родные. Они ведь могут и напасть. Бабушка с руки кормит. Ой, не, пойдем. Она какие-то агрессивные жесты делает. Я правда боюсь. Не хочу, чтобы меня укусили. Прививки я не совсем доделала. Мне сказали 3. Я 3 сделала. А так их надо делать 6. Ничего себе. У них игры. Уносятся. Уносятся по деревьям. Ты посмотри, что творят. В догонялки играют. Это надо... Наверное, молодняк. Они маленькие, потому что хвостики. Точно, это дети. О! Ты посмотри, какая скорость у них. И не свалится. О! Что творят? Нифига себе, игрища какие. Дорога ведет на пляж. Мы сейчас сходим, посмотрим, много ли сегодня народу купается. И пойдем домой. Чудный лес, зеленый лес. Полный сказок и чудес. Ты о чем шумишь весною? Ночью темной, грозовою. Что там шепчешь на заре? Весь в росе, как в серебре. Кто в глуши твоей таится? Что за зверь? Какая птица? Все открой. Не утаи. Ты же видишь, мы свои. Смотрите, какие красивые места. Я сейчас пойду спускаться. Вот как я спускаюсь. Иначе здесь можно упасть. Вот какие здесь. А, враги. Спустилась с высоты. Здесь у нас холмы и горы. Горы и холмы. Опять-таки, можно пойти туда, а мы вот здесь пойдем. Через маленькую речушку, можно сказать, даже ручеек. Вышли уже к коттеджному поселку, дачи. И вот там наверху сейчас будет пляж. Народ идет купаться. Уже машины стоят. Все, видите, на пляж идут.
симпатичный. Но мы купаться не будем. Мы вообще не хотели идти на пляж. Ну, решили сходить. Давно я тут не была. Посмотреть хочется. Это Красногорск. Красногорский пляж. У них нет денег, чтобы территорию привести в порядок. Фу, ладно, вот мы уже пришли к воде. Река Синичка, Красногорск. Здесь плотину сделали, и получилась зона отдыха. Ребята занимаются спортом, купаются на пляже. Народу уже много. Слышу шум плескающихся людей. Дорожка. Такая быстрая видно. Вон уже народ. Интересно, вода хорошая? Отдыхающий. Посмотри. Видно, не убрались. Вот наши отдыхающие. И это 9 часов утра. А что будет днем? Будет очень много народу. Да. Собака накупалась. Идешь? Здесь наверху были деревья, все вырубили. Спасательный пост. Закрытый. О, будка. Никого нету. А, может быть, еще с 9. Смотри. Есть, а сами не работают. И мусор не убрали сегодня. Хочешь по песочку пройтись? Девчонки мажутся. Хочешь, пойдем в воду потрогаем? Пойдем, к воде подойдем. Написано, купаться запрещено. К воде решили подойти. Хочу потрогать воду. Какая вода? Теплая или не теплая? Горячее солнце, горячий песок, воды бы глоток. Воды не хочется. Мне будет вода, наверное, холодна. Сколько много людей отдыхает. Так, ну и чего? По водичке мы пройдем. Ой, вода теплая, да, маленькие рыбки. Это моя тень. Тень через плетень. Ладно, тут тапки оставила. Вода теплая. Купаться можно. Ой. Ноги помочи. Вадим, помочи ноги. Вода хорошая. Теплая вода. Особенно у берега. Походи. Вадим не хочет. Рыбки маленькие в разные стороны. Здесь камушек, здесь не очень хорошо. И вода холоднее. Что? На пляже побывали. Все вам показали. Заплыв. Смотри, идут, а какой песок, пыль поднимает. Хорошая вода, только была бы она почище. Ой, а что это вот здесь холодное-холодное? Здесь, наверное, идет этот
из земли подточная вода. Тут раньше ручей был, его засыпали. Лягушонок, ребенок. Где он? Ой, какой головастик. Маленький-маленький. Малюська, куда же ты по песку? А куда ты по песку, миленький? Где он? А, вот он сидит. Его надо куда-то. Ребенка этого. Ну, давай на ладошку мне. Прыг. Ой, какой. Смотри, какой ребенок. Маленький. Ты видел? Ага. Может. Ой, колись, колись. Он. Во-во, поплыл, поплыл. На мелководье. Смотри, его же это. Давай его отнесем, где эти. Травка. Сейчас мы его спасем. Здесь тоже купаются. Здесь клевер. Тропиночки, пойдем. Мы идем домой уже, да? Вот и я поеду. Идем домой. Пора домой. Ужас, контингент какой. Малины-то нет еще. Малины. Вот это вот молодая шишка. Смотри, какая она красивая. Смолой пахнет. Я ее хочу домой взять. Смолой пахнет. Мне нравится запах смолы. Пижма цветет вовсю. Ой, малины будет много. Вот, уже краснеет, Вадим. Вон ягоды висят, уже краснеют. Мы на гору забрались. Здесь раньше были деревья. Все-все вырубили. Я честно иду, удивляюсь. Это я столько не была времени. Просто удивительно. И что здесь будет? Новые деревья? Или что-то еще? Непонятно. Раньше здесь хвойники росли. Ели и сосны. Был такой лес. Ничего себе. Живу рядом и ничего не вижу. Это бузина. А вот это иван-чай. А бузины-то сколько в этом году? И красная уже. Какая тропинка. И мы идем по ней. С одной стороны кусты. С другой кусты. Еще вот здесь пройдемся. Посмотрим с высоты птичьего полета. Здесь на мотоциклах ездят ребята, поэтому они наделали себе такие прыжковые зоны. И на велосипедах занимаются. Одни овраги здесь. Кашка или же клевер полевой. О, как они наделали тут трамплинов себе. Покажу, ради чего я сюда пришла. Какое здесь место красивое. Овраг глубокий-преглубокий. Вот он, овраг. Здесь даже хотели горнолыжное что-то строить. Ну, это только мечты, наверное. Вон как. Мне даже голова закружилась. Иду. Ух ты! Представляете, какая высота? 20 метров, наверное. А? Смотри, насколько это высоко. Да? Дух захватывает. Вон там,
Митина, где мы живем. Вот это да! Дух, правда, захватывает от такой высоты. А? Здорово. Как тебе нравится? Мне нравится. Красиво. Сейчас я сфотографирую. Иду. Захожу. Ого! Какая темнота! Опять я в чищобе. Опять я в чищобе. Хотели зверобой нарвать. Передумала. Здесь прохладней. Вон там вон. Овраг. Птицы поют. Да. Лес какой. Настоящие джунгли. Папоротники. Я иду по тропиночке. Сейчас я покажу, здесь очень хороший спуск. Пить хочется. Какой папоротник. Красавец. Какие у тебя листики красивые. Там внизу сейчас будет овраг, и во овраге ручей. Здесь я раньше, когда у меня была собака, с собакой гуляла. Сейчас собаки у меня нет. Будет крутой-крутой спуск, потом будет крутой-крутой подъем. На дне оврага ручей. Я уже слышу шум воды. Шурчит ручей, бежит ручей. Вот видите, деревья короед поел. Жалко. Красивые деревья. Деревья эти сажали давно-давно, когда мы были молодые. Все мертвые. Вадим, деревья все мертвые. Видишь? Вон. Дерево пустое. Вон кора падает. Ну, сейчас ты ударишь, и кора вся сверху пластом оторвется. Вон она как снимается, кора. И вот видно, вот разводы. Это говорит о том, что здесь короед. Вот эти деревья очень подвержены болезням. Я говорю, что сейчас здесь будет ручей хороший. Мы спускаемся к ручью, а мы не хотели тут идти. Но здесь я тоже давно не ходила. Вот этой тропинкой. Вот здесь пойдем. Вот он, к ручью спуск-то. Ну как вот тут спуститься? Тут и мне не спуститься. Как, боком? Сейчас спустимся. Тихо. Слышишь? Тихо. Ой, кто-то там пробежал. Какой-то зверек. Я слышу это, шум воды. Оп. С горы спустились. Вон оттуда. Крапивы тут все заросло. Что-то я опять не узнаю. Все тут заросло. Крапивы. Ого. Не узнаю, потому что деревья все оголились. Вот он, ручей. Ой, птички пили воду. Ручеёк. Чего? Воды мало. Здесь люди наложили, чтобы пройти. Баллон приволокли. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вот он, ручей. А раньше вот здесь был спуск. Ну, не огибали мы. Вода в ручье. В речку бежит. Холодная. Ледяная. Шире раньше был ручей, когда я с собакой здесь гуляла. Пройду я? Ай-яй-яй.
Ой-ой-ой. Оп. Вон он там журчит. Господи, какими мы сегодня путями ходим. Лазаем. Хорошо. Теперь еще подняться. Вот здесь очень сложный подъем. Ну вот, перешли ручей. И в Митино. Вон мы были на той горе. Представляете? Ой! Еще роса блестит. Капельки росы во враге. О, рука стала мокрая. Роса. Солнышко. Ой, что-то покатилось. Солнышко сюда еще не попало. Если роса, значит дождя не будет. Многотравье. Тихо в лесу, хорошо. Так птички поют. Зверобой цветет. Опять овраг. Осталось нам чуть-чуть, и мы будем уже дома. Вот такие красивые места у нас. Ручьи, реки, холмы. Хорошо. Все, пойдем домой. Все. Всем пока.